Итак, модель изначально выглядит вот так. То есть она выглядит следующим образом. Обращаем внимание на вот эти промежутки. На вот эти промежутки. Нарезанная модель выглядит следующим образом. То есть, конечно же, поддержки. Куда же без них. Но вот тут видно, что поддержки нарезались, как висячие сопли в воздухе. В 1-2 слоя абсолютно ненужные. И, к сожалению, это сыграло не на руку далеко. Вот эти поддержки отпечатались хорошо. Собственно, давайте сравним. По поводу верхнего слоя. То есть я выбрал в этот раз верхний слой 1. Хотя до этого печатал 2-3. Но в этот раз что-то Кура решила поругаться. То есть вот в этот раз топ скин лейер у меня вот 1 получился. Топ лейер 2. И давайте начнем с верхушки непосредственно. То есть вот он кубик. И вот он верх, у него такой страшненький получился. Ладно бы он был страшненький просто, да? А здесь явно видны не проклейки в заполнении. То есть и просел вот этот один уровень. То есть если бы был 2-3 слоя, то есть, наверное, надо ставить все-таки 3 слоя, так же как 3 стенки, как у меня было раньше, чтобы получалось вот так красивенько. То есть здесь у нас 3 стенки. Соответственно, смотрим. Вот здесь вот эти прорези остались наверху со всех сторон. Окей. А здесь заметно небольшое эхо. Но с этим я еще решаю вопрос. То есть мне только пришли драйвера и новые подшипники, и втулки. Короче говоря, все будет меняться. Вот они, эти поддержки. Видно, да? То есть просто они спеклись, и придется здесь протачивать, скорее всего. То, что вот эту вот соплю оттуда вряд ли вытащишь. Такое, да? А вот поддержка вот эта, под сердечком. Получилось хорошо. С ней проблем не возникнет, то есть ее нужно просто как-нибудь знатно поддеть чем-нибудь остреньким. И днищенская поддержка. То есть вот поддержка днища, видно, сердечко просвечивается. Первый раз модель начала печататься без него. Я не знаю, в чем оказалась причина, но, короче, Кура, походу, баганула. Потому что поддержка была нарезана. Но вот эта вот часть не начала печататься. И в итоге я поздно спохватился. То есть, смотрите, качество дна. Качество дна вот просто отменное. На столе помазано просто клеем-карандашом и растерто тряпочкой, чтобы было ровно, без всяких соплей. Боковушки. Ну, боковушки тоже, в принципе, как бы терпимые. То есть вот здесь небольшой косячок, но это все срезается. То есть такая струна натянулась. Это все срезается прекрасно. Нависающие углы получились в целом неплохие. В целом терпимо это все получилось. Но вот это, конечно, плоховато получилось. Нужно было, видимо, просто попробую напечатать еще одного потом. Но поставить поддержку только от стола. То есть у меня вот поддержки нарендерились везде, я на это забил. То есть, в частности, вот это вот. И вот здесь вот эти вот слои лишние. Можно поставить только вот эту поддержку. В остальном, как бы, типа, ну, качество окей, сами все видите. То есть никаких проблем. Еще буду грунтовать. Пойду куплю грунтовку и акриловые краски попробую покрасить. Еще поддержки вот здесь, в щелях. То есть, видите, вертикально получается все окей. И здесь вот эта вот поддержка. Ну, то есть, я думаю, она тоже лишняя. Если не получится расточить, ну, просто напечатаю новую модель без вот этих поддержек. Хотя, как бы, вот это вполне себе окей, да? Содрать вот эти части. То есть, это кубик из портала. Здесь, конечно, замазать вот это вот все, ну, прям совсем неровно. По поводу скоростей. Да и вообще по поводу настроек. Я теперь буду показывать вам настройки. Потому что каждую модель я настройки меняю. То есть, высота слоя 0,3, ширина 0,4, сопла у меня 0,4. Первый слой 110%, в остальном у меня
все откалибровано, то есть экструдер подачи филамента откалибровано миллиметр к миллиметру, поэтому проблем не возникло. А заполнение зигзага, то есть первые слои зигзаги, по галкам вот так все стоит. Никакого айронинга не включено, хотя, может быть, он улучшил бы качество или, наоборот, ухудшил бы. Такое с ним тоже есть. Наполнение 10%. То есть 10-15% наполнения. А материал поставил вот так. 200-185, обычно стоит 200-190. И, собственно говоря, Retraction 4. То есть, на удивление, Retraction 4 вместо 6 помог избежать с паутинки. То есть, вот это вот одна соплинка получилась, но это не страшно. Но я вангую, что если бы я не поставил, то если бы остались стоковые значения, то вот здесь, в этой щели, была бы паутинка. Такая же, как на вазах. И самое главное, скорости. То есть, скорости я попробовал поставить следующим образом. 25 мм в секунду. И наполнение 50 мм в секунду. Ну, верхние и нижние слои, это, конечно, 10 и 12. То есть, все вот так вот. По поводу поддержек выставлено 70 градусов. И вот это вот все. То есть, как бы окей. В любом случае, как бы окей. Наполнение выглядит следующим образом. То есть, 10% выглядит вот так. Сетка обыкновенная. В целом, наполнение на скорости 50 печаталось нормально, но видно, что вот под конец, конечно, не хватило слоя, либо просто из-за избыточной скорости печати наполнения. Здесь, короче, можно увидеть вот эту сетку на просвете, но если это загрунтовать и замазать, то будет вполне себе. Попробую еще кубик покрасить потом, результаты будут где-нибудь в Инстаграме. А, вот еще длинный волосок у меня. Я не знаю, кстати, как он получился. Но в любом случае он здесь есть. Я потому что... Мне нет смысла показывать, какая прекрасная модель получается. Я показываю все вам на обозрение. То есть я показываю конкретно вот косяки. Какие косяки вылезли, какие косяки не вылезли. То есть, в частности, вот под углами видно, что есть у меня небольшое эхо. Эхо выражается в маленьком смещении слоев, но пальцем это не ощутить. То есть пальцем это неощутимо, поэтому это не так страшно. Ну и вот эти вот струнки и поддержки. Надо попробовать напечатать вот еще одну модель. Точно такую же хорошая, кстати, модель. Ссылки в описании оставляю всегда. Но с поддержкой только отстала. Возможно, даже с древовидными поддержками попробую, потому что их легче будет отцепить, чем вот это, потому что, ну, оно сидит крепко. Сейчас попробую сдернуть вот эти все поддержки и еще доснять видосик. Может, что-нибудь отвалится. То есть, вот пальцем, ну, никак. Ну и, собственно, по поддержкам. Нижняя поддержка отделилась неуспешно. Соответственно, вывод. Нужно модельку поставить, попробовать на 0.2 и изменить параметры поддержки. В остальном, вот эти поддержки хорошо отделились, которые держали сердечки, но я также обнаружил, что их всего 3 каким-то боком, хотя грани у нас 4, то есть на одной из граней поддержки не срендерились почему-то. И вот эти поддержки вырезал, то есть выковырил ножом, получается коряво, не все вылезают хорошо, то есть некоторые вот вылетают со свистом, получается неплохо, а некоторые приходится вот так просто тупо вытачивать, выдрачивать. Вот эти поддержки вообще срезать не удалось, поэтому сейчас буду ставить модельку, ну точно такую же, но с параметрами 0.2 и скорости повыше поставлю. Результат тоже сниму, покажу. Но это, в принципе, можно как бы подобработать. Если вот эти поддержки срезать, то не думайте, что типа ПЛА можно просто каким-нибудь дремелем или прочим срезать. Потому что как только вы прикоснетесь к нему дремелем, он начнет плавиться.
и расползаться, что-нибудь температура размягчения 60 градусов. Соответственно, никаких дремелей, никаких дрелей, ничего нельзя было применять, только руками максимум. Вот так вот. В принципе, если его покрасить и все прочее, сюда сделать заглушку, замазать, можно ставить на стол рядом к игрушкам, и ничего страшного. Или вообще вот так поставить, что типа вот этот верхний слой был где-нибудь вот так, и никто не заметит. Пытался вот эту выковырить сердечко, не выковыривается, намертво просто сидит. Короче, распечатал второй. То есть, смотрите, вот у нас получилась верхушка первого, да? А вот верхушка второго. То есть, я распечатал в Simplify на этот раз, поддержка только от днища. Но смотрите, насколько сильно лучше получился верх. То есть, по сути, настройки те же самые, причем печаталось быстрее, кстати. Скорость стояла 60 на всю конструкцию, а здесь стояло как 25 и 50 на заполнение. То есть, соответственно, я не знаю вообще, что к чему. Вряд ли кура так сильно виновата. Но на боках сразу видно косяки. То есть, я еще поддержку не снимал, она здесь получилась такого плана. Видно, получилась вот такая вот хренотень на нависаниях, но это всегда практически получается, даже вот у той же рыбки на плавниках я их срезал, стачивал. У пыла остается вот такой неприятный налет, если вы перегреваете при натачивании надфилем. Смотрите, значит, едем дальше. Здесь нависания, то есть вот они, получились практически такие же, как поддержки. То есть здесь были поддержки, но в некоторых местах их удалось вырезать. То есть, в частности, вот тут чуть-чуть удалось подпилить, да? Но в остальном они там намертво просто засели. А здесь не было вот этих поддержек. Но все равно слои просели так, что как будто бы здесь поддержки вот эти присутствуют. Но в остальном, то есть вот эта сторона выглядит очень достойно. То есть она гладкая, это раз. Айфон, почему ты не хочешь фокусироваться, сучара? Она гладкая, во-первых, и во-вторых, на ней меньше эхо, на удивление. Хотя скорости были выше. Я не хочу верить, что это из-за куры. Но то есть вот достаточно посмотреть здесь, что есть все-таки шумы на стенке. И они здесь явно отчетливо видны, то есть вот эти вот полосы. Здесь, например, на сердечке вот полосы, да? Ну, видно вот это. Здесь же это фактически отсутствует. Но есть вот эти вот нависания, конечно. Зато вот это вот проще отрезать. То есть это проще сильно будет срезать, чем вот эти поддержки непонятные. Сейчас я выну вот эту поддержку снизу. Она такая в форме змейки, скажем так. То есть здесь что получается? Одна стенка просто толстая. Надеюсь, ничего не оторвет на этот раз. Ну и верх. Ну, верх получился прям очень хорошо. По поводу настроек. Настройки Fast и профиль AnyCubic из интернета. Потому что в Simplify нету никаких профилей для принтеров, как они есть в куре готовые. Поэтому надо поискать. Но боковушки получились прям очень хорошо. То есть этот кубик уже прям... фактически готовый, без обработки можно поставить, подарить кому-нибудь. Ну и насколько легко они отделяются? Ну, как бы окей, они отделяются. Сейчас отделю, покажу. Поддержка слезла, в принципе, вообще очень просто, но есть одно нарекание. То есть здесь получились такие провисания, которых не было здесь при сплошной вот этой поддержке. Соответственно, донышко выглядит немножечко хуже. И здесь дно хуже получилось. То есть, соответственно, здесь вот эти части получились очень хорошо. Лучше верха, хотя обычно всегда как бы наоборот, при такой конструкции, с поддержкой особенно. Но здесь видно, что непропекаемость у первых слоев будто бы. Как будто бы слишком высокая скорость и малое заполнение было, то есть они не приклеились к стенке. Просто-напросто вот не спеклись со стенкой, их завернуло. И сердечко. То есть сердечко точно так же у нас. А именно, то есть видно, да, каким оно должно быть.
То есть будто бы верхний слой сердечка. Ну, может быть, это, конечно, поддержки, но видно, что вот, например, вот эта часть, это явно уже не поддержка идет. То есть вот поверх вот эти лежат маленькие макарошки, вот это поддержка. А то, что под ней, это уже явно не поддержка, это был слой. И он вздыбился. То есть вот так вот. Ну, соответственно, это дно, это не так страшно. То есть вот так ставим, получаем красивую модель. По сравнению с тем, что если мы вот так поставим, здесь вверх, да, такой ужасный. А вот эти вот эхи сразу же видны. Здесь все прям гладенько, идеально ровненько.